Планы по благоустройству излюбленных мест отдыха обсуждали сегодня жители поселка Емельяново. Профессиональные архитекторы и дизайнеры представили на суд сельчан проекты двух общественных территорий. Парка скверов в центре поселка и площади Юбилейной возле районного дома культуры. В обсуждении в местном ДК приняли участие несколько десятков человек. Сегодня собрались то, что показать дизайн-проект, который подготовили проектировщики совместно с администрацией поселка Емельяново, и мнение жителей, так, может быть, какие-то корректировки внесут, кто-то ну, что-то добавить, например, те же архитектурные формы какие-то, озеленения, дополнительные какие-то, ну, как велопарковки, там, скамейки. Большинство емельяновцев за благоустройство площади Юбилейной, на месте которой раньше была котельная. Однако победивший проект объявят только 20 марта, после того, как сельчане проголосуют за него 18 марта. В этот день жители 27 населенных пунктов края выберут один из предложенных вариантов. Благоустройством территории займутся уже в этом году. Сразу, когда еще вот у нас строился этот проект в центре, мы его все не одобривали, потому что дорога вообще рядом абсолютно. Но здесь у меня внуки ходят каждый выходной на роликах катаются, ну, и с колясками сюда выходим, потому что здесь правда безопасно. Естественно, мы хотим в комфортных условиях жить. Современные люди, чтобы молодежь оставалась в поселке жить, чтобы с детьми могли гулять, быть спокойно.